Приветствую вас, друзья! С вами Светлана Быкова. И сейчас мы с вами поговорим о компании OneCoin. А конкретно, мне некоторые задают вопрос, стоит ли еще заходить в компанию, потому что она уже какое-то время существует. Выгодно ли еще заходить и покупать пакеты? Давайте с вами этот вопрос разберем. Для этого я сделала табличку с расчетом на сегодняшний, так скажем, курсы. Итак, в компании есть две возможности: строить структуру, при этом получать быстрее деньги, их можно выводить или покупать на них ванкоины. И второй вариант – доход без приглашений, который, конечно, будет интересен большому количеству людей. Итак, давайте пройдемся по таблице. В компании есть 6 пакетов на сегодняшний день. Здесь представлены 5 наиболее востребованные. 6-й пакет был добавлен недавно стоимостью 12 500 евро. И до конца сентября на него действует еще промоушен «Особые условия». Конечно, там условия гораздо интереснее, чем на этих пакетах, но мы сейчас будем говорить про них. От тех, кого заинтересует пакет на 12 500 евро, прошу, обращайтесь ко мне в Skype, и я вам все расскажу. Итак, 5 пакетов. Каждому пакету, стоимости каждого пакета добавлено 30 евро. Это одноразовая плата при регистрации. Первый пакет — стартер стоимостью 100 евро, трейдер 500 евро, про трейдер 1000 евро, экзекьютив трейдер 3000 евро и тайкун трейдер 5000 евро. В каждый пакет входит определенное количество токенов. Что такое токены? Это право на майнинг, чтобы было как бы понятно. Итак, дальше. Все пакеты, первые 4 пакета, кроме пакета тайкун и максимального пакета 12 500 евро, эти все пакеты проходят один сплит. Пакет тайкун, но про 12 500 мы говорить не будем. Говорю только то, что вы видите в таблице. Тайкун трейдер проходит 2 сплита. Сплит — это когда идет удвоение ваших токенов, количество токенов, и они отправляются на майнинг. Итак, после прохождения сплита количество токенов увеличивается в 2 раза на всех пакетах. На тайкун, пакет тайкун проходит 2 сплита, следовательно, в 4 раза в общей сложности увеличится количество токенов. На сегодняшний день, чтобы добыть 1 OneCoin, на майнинг отправляется 20 токенов. Когда-то эти цифры были другими, и на добычу 1 OneCoin нужно было сначала 4 токена, 6 токенов, 10, 14, теперь это составляет 20 токенов. Вы, наверное, знаете, что чем дальше идет добыча монет, тем больше усложняется их создание, то есть майнинг. И мы сегодня будем базироваться именно на этой стоимости, на этой цифре, когда для добычи одного ванкоина требуется 20 токенов. Так. На пакете стартер это у вас будет 100 ванкоинов, на пакете трейдер 500 и так далее. Вы цифры видите. На сегодняшний день стоимость одного ванкоина составляет, это видно в кабинетах, составляет при продаже 1 евро 85 сотых евроцентов и покупка 1 евро 95 евроцентов. Поговаривают, что в начале 2016 года стоимость ванкоина может быть уже 5 евро. Вот эту цифру 5 евро я и занесла в этот столбец. 5 евро, потом 10 и 50, чтобы показать вам тенденцию увеличения и построения вашего капитала. Итак, при стоимости, если вы не будете продавать на майненные ванкоины, монеты ванкоин, тогда при стоимости одного ванкоина 5 евро на пакете стартер, вы, если их всех продадите, будете иметь уже 500 евро.
на пакете Trader 2500 и так далее. На пакете Tycoon 60 тысяч евро. Вы помните, что на пакете Tycoon два раза проходим сплит. Поэтому, в принципе, так, ну, очень выгодный. Через какое-то время стоимость ванкоина будет 10 евро. Я произвела расчет и согласно этой сумме. И 50 евро. Возможно, потом, и скорее всего, не то что возможно, скорее всего, стоимость ванкоина будет еще больше, 100 евро, потом 200 евро. И, соответственно, ваш капитал уже будет совсем другой, огромный. Что вы будете делать с деньгами? Вы будете ждать, либо вы сможете, захотите продать монеты и вернуть стоимость вложенных денег в покупку пакета, либо вы не будете продавать и будете ждать, когда одна монета будет дороже, чтобы заработать уже, в общем-то, особо ничего не делая, огромные деньги, это уже будет ваше решение. Но вот посмотрите на пакет Tycoon, это наиболее наглядно. При стоимости, при вложении в пакет 5000 евро, при стоимости одного ванкоина 5 евро, у вас уже, если вы продадите монеты, 60 тысяч евро будет ваш капитал. При стоимости одного ванкоина 10 евро, 120 тысяч, а 50 евро, если будет стоить ванкоин, не если, скажем, когда, правильно, это 600 тысяч евро. Скажите, вы сможете где-то заработать такие деньги, получить такие деньги, в общем-то, ничего не делая? Поэтому сейчас кто-то продает, конечно, монеты в ванкоин, но это очень мало, очень небольшое количество людей. Большинство людей пришли сюда, чтобы создать свой большой капитал. Еще есть один момент, почему вам выгодно сейчас еще заходить. Ну, первое, это, конечно, на добычу одного ванкоина будет требоваться все большее количество токенов. И, соответственно, количество монет намайненных у вас будет уже уменьшаться в кабинете. Естественно, и весь остальной доход будет уменьшаться с течением времени. Но и сейчас очень интересное время, когда стоит заходить в компанию OneCoin. На сегодняшний день мы в кабинетах мы видим, что барометр сплита показывает 87%. А это значит, что как только барометр сплита дойдет до 100%, будет сплит, то есть удвоение количества ваших токенов у вас в кабинете. Они отправятся на майнинг. И далее по таблице я вам показывала, что дальше будет происходить. Поэтому на вопрос, а стоит ли входить сейчас, я думаю, стоит будет особенно сейчас, особенно сегодня, в преддверии сплита. Ну и также и месяц спустя, и 2, и 3 месяца спустя, и 4, поскольку монета OneCoin, криптовалюта, только-только начинает свое шествие и становление в мире. Ранее я не рассматривала никакие криптовалюты, мне это было непонятно. Но, как вы видите, верим мы в это или не верим в криптовалюту, они будут идти, будут использоваться, будут появляться новые. Конечно, у одних будет одна востребованность, одна стоимость, у других другая. Монета наша OneCoin, я думаю, будет мощно крепчать и набирать силу. Ну, как вы поняли на вопрос, стоит ли входить, я ответила «да, стоит». Добро пожаловать в компанию OneCoin. Используйте это как инвестиционную возможность или плюс возможность еще для построения структуры. Если вас заинтересовала эта информация, нажмите на кнопку с надписью «Плейлист». И тогда вы перейдете на плейлист с записями видео моими по компании OneCoin. Если видео вам чем-то помогло, что-то помогло переосмыслить, нажмите, пожалуйста, лайк, палец вверх под видео. Также обращайтесь ко мне в Skype, и я вам отвечу на все ваши вопросы. Всем огромного финансового успеха, огромного капитала и пожелания жить той жизнью, которой вы хотите. С вами была Светлана Быкова. До следующей встречи!